Всем привет! Вы на канале Синички. И мы сегодня чистим качелю. Какую качелю? Кокос. Кокос? Да. Откуда он у нас появился? Из ВТБ. Лёва сегодня ходил с папой и купил ВТБ. Да. Кокос. Кокос. Кстати, а где молоток? Да, Лёва рассказывал, что нужен молоток. Да? Чтобы... Что Лёва нужно сделать молотком? Покажи нам еще раз. Постукать. Нет, не стукать надо. Что нужно сделать? Вспомни. Вспомнила, что надо... В глазочек палочку поставить. Нет, сначала постукать, потом попробовать. А, сначала нужно его обстукать? Потом... Ну, давайте обстукаем палочку. Сначала. Давай. Сначала обстукаем. Лёва насмотрел инструкцию. Так. Как правильно распечатать кокос. Папа, остановись. Так. Теперь вот здесь. Стукать? Да. Хорошо, папа стукает там тоже. Так, а теперь что делать? Теперь вот здесь. Папа, не разбей кокосик. Все. Теперь берем вот это. Так. Постукать Не-не-не, Лёва. Ого, ты уже продырявил. Давайте папа аккуратно продырявит молоточком. Поставь туда палочку. Держишь? Да. Все. Теперь достаю. Еще одну дырочку нужно проделать, достаю. Чтобы две трубочки вставить. Как достать? Может быть, вот так? Чпок, вторая дырочка. Давай молоток. Держу. Сюда по центру поставь. Угу. Вот так. Давай в это. Угу. Другие дырочки крепче. Может быть, тогда сделать одну дырочку, но потолще, чтобы... Давайте. Две трубочки вошли. Одна дырочка пока еще. Пока одна. Мы ее сейчас сделаем побольше. Кокос, наверное, не надо папа переворачивать, иначе все выльется. Молоко. Вот, мы ее пробили точно насквозь. Давай еще одну попробуем. Она, мне кажется, очень тонкая. Не войдет две трубочки. Никак. Одна только. Одна войдет точно, да. Давайте одна попробуем войдет. Еще. Лёва, не сгрызи трубочку раньше времени. Угу. Помогайте держать палочку папе. Букс. Какой надежный кокос. Видите, папа распечатывает. Наверное, палочка скоро сломается. Давайте достанем еще одну. Достали новую палочку. Да. Так, у нас палочек не хватит на эти кокосы. А может быть, ножом сначала немножко подковырнуть, чтобы появилась дырочка хорошая? Ой, я согласен. Папа, у тебя есть нож? Мама есть. Сейчас достанет. А то здесь на кокосе. Попробуем ножом поковырять это глазик. Хорошо. Ну, что я могу сказать вам? Не ковыряются они даже ножом. Они каменные. Давайте попробуем вот этим ножом проковырнуть глазки. Так. Ничего. Алёнушка, не грызи трубочку, а то нечем будет молоко пить. Нет. Ну, давайте допить из одной дырочки. Лёвушка, вставляй трубочку. Ну, ты будешь пить следующее из этой же трубочки. До самого низа. Лёва, пробуй. Ну вкусно. Как? Да ты что? Да я, Лёва, не попробовать. А можно из той же трубочки? Из разных будете пить? Да какая вкусность! Да ты что? Давайте всегда покупать кокосы. Я не могу. А ну, попробуй еще раз. Ты, наверное, сгрызла трубочку, она у тебя не льется. Не могу. Сильно тяни. Сильно тяни в себя. О,
очень вкусно. Еще себя, Алена, еще себя. Вот до сюда уже поднялось, а ты не успеваешь сосать. Чуть-чуть. А ну еще разочек. Не могу. Не попало тебе в ротик? Не хочу. О, может, две трубочки? Ой, попробуй, Лёва. О. Алена, получается пить? О. Получается. Ну как, вкусно, Алена? Да? Коктейль! Лёва, надо твою трубочку пониже, да, опустить? Ой, мне кажется, она не вставляется. О, вставляется, Лёва. Коктейль! Смотри. Сможете вместе теперь пить кокос. Кокосовое молоко. Папа, хочете попробовать? Хотим, конечно. Попробуйте. Сейчас мама попробует. Коктейль! Так. Гусеница, вот такой лохматый коктейль я еще никогда не пробовала. Это называется коктейль. Папа, ну ты попробуй. Очень похоже на Баунти. Да. Только жидкое. Вкусно. И не такое сладкое, как Баунти, а очень вкусненькое. На здоровье, дед. Спасибо, папа, что ты купил кокос. Это Лёва купил. Вместе с тобой. Пей. Пей, пока не кончилось молоко. Напилась? Ну, хорошо. Пусть Лёва допивает, да? Я хочу что-то белое поесть, кашку. Мороженое? Пожалуйста. Оно как раз подтаяло для тебя. Тебе тоже так мороженое? Ага. Я буду заедать мороженое. Почему у меня оно хрустит? Из морозилки, потому что. Просто, мам, у меня такой вкус почувствовался, что как будто это молоко с медом. Так вкусно, молоко, да. Сладенькое. Пей на здоровье. А если вместе попробовать, то, наверное, еще будет вкуснее, то, да? Да, наверное. Попробуй. Расскажешь нам. Мне надо туда клубнику, а то мало. Достаточно. Нет. Ну не кушай, папа. Это, а там еще мороженка? Вкуснее, как будто шоколад. Вот так вкуснятина. Да. А у Алены мороженое невкусное. Вкусное. Вкусное? Угу. Ну, кушай тогда. Приятного аппетита, детки. Так как... Спасибо. Что ты скажешь, Лёва? Кокос будем покупать? Да. Когда? Всегда. С папиной зарплаты? Да. Давай? Да. Папа, когда у тебя зарплата? Через неделю. Через неделю, Лёва. Приедешь, получается, с лагеря? Завтра наш Лёва уезжает в лагерь на 10 дней. Приедет и купит новый кокос. Понятно. Ты умеешь, получается, очень хорошо выбирать их. Правильно выбираешь. Да. Самый спелый, самый молочный, самый сладкий, самый вкусный кокос. А вот расти. Кокосы растите. Приезжайте в ВТБ, а Лёва придет и вас купит. Хорошо. А я вам оставлю это. Нам с папой? Да, будете пить. Спасибо. Пожалуйста. Я еще не напилась. Ой, папа, поделись с Аленой. Чуть-чуть. Ну, вы были на канале Синички. Ставьте всегда нам лайки и подписывайтесь на наш канал. И смотрите другие наши видео. Пока-пока. Да, пока. Пока. И пока.